снаряд не годится. Нужен корабль, который мог бы набирать скорость постепенно и двигаться, куда мы захотим, там, в пустоте. Но в пустоте не от чего отталкиваться. Там нет ни земли, ни воды, ни воздуха. А хочешь, я тебе покажу, от чего можно оттолкнуться в пустоте? Надо ту опору, от которой ты хочешь оттолкнуться, взять с собой туда, в пустоту. Я не понимаю. Оттолкнуться можно от любого предмета, от любого вещества, имеющего вес, массу. Вот мы сейчас неподвижны. Теперь смотри. Я отталкиваюсь от весла. Ать! От другого. Что вы делаете? От якоря! От скамейки! От ведра! От зонта! Константин Эдуардович! Ну, мы едем или нет? Едем! Еще как едем! Ну вот, что и требовалось.